Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Нягань-Таллинка. Пострадали 7 человек. Пока информации о погибших нет. По предварительным данным, водитель грузовика «Вольво» въехал в припаркованный на обочине МАН. В результате полуприцеп одного из большегрузов вынесло на встречку. Под него и попал автобус с нефтяниками. Они в это время ехали на место рождения. Один из грузовиков полностью съехал в кювет. Пока его не достанут, трасса будет перекрыта.